Экспонаты. Театр драмы «Прокопьевск». Участие в фестивале «Золотая маска» – успех для любого столичного или провинциального театра. Пройтись по красной дорожке гостиного двора и получить главный приз – двойная победа. Прокопьевский театр имени Ленинского комсомола впервые претендовал на столь престижную награду и стал лауреатом. Хочу сказать спасибо Аману Гумировичу Тулееву, который нам, в принципе, помог добраться до Москвы, потому что далеко и дорого очень. Я тут узнал, что билет до Прокопьевска стоит дороже, чем билет из Москвы до Нью-Йорка. Дорогим оказался не только главный приз, но и оценка зрителей и жюри фестиваля. Экспонаты претендовали на соискание престижной премии в трех номинациях и уступили именитым театрам. Зато главный приз критиков – достойная оценка творчества прокопчан. Любой такой спектакль фестивальный, он какой-то более организованный. Он более мобильный и, наверное, внутренний. Конечно, мы на него выходим не как на очередной спектакль. На церемонии вручения 17-й театральной премии Прокопьевский, единственный из театров Сибири, получил «Золотую маску». Экспонаты режиссера Марата Гацалова уже участвовали в нескольких театральных форумах и завоевывали гран-при. Эта победа дала прокопчанам дорогу на престижные международные фестивали. Триумфальный успех в Москве прокопчане намерены повторить в Санкт-Петербурге. В начале мая театр примет участие в международном фестивале «Радуга». Ставшие знаменитыми экспонаты покажут на сцене театра юного зрителя. Дмитрий Лелюх, Алексей Дворников, 10-й канал.